По книге Эдмондо де Амичеса. Сердце. Режиссер Орландо Карради. Маленький флорентийский писарь. Какая интересная ручка. Эта удивительная ручка кропотливо изготовлена вручную отцом для своего сына в знак благодарности за его любовь и преданность. Это звучит как очередная история. Чтобы прокормить семью, отец трудился в кузнице от рассвета до заката. А ночью для дополнительного заработка переписывал рукописи. Я стал плохо видеть. Работа при свечах испортила мне зрение. У меня очень хороший почерк. Я могу тебе помогать. Нет, сын мой. Тебе надо уделять время учебе. Твои школьные занятия — это самое важное. Обо мне не беспокойся. Ну, я пойду поработаю, а ты принимайся за уроки, хорошо? Твой отец стареет, Прокосси. Но он все равно усердно работает, чтобы помочь тебе. Good night, son.
Доброе утро. Пора просыпаться, Соня. Пора в школу, Прокоси. А? Отец? Да? Что ж? Я стал быстрее. Прошлой ночью я сделал в два раза больше, чем обычно. Может быть, в твоем отце на самом деле намного больше жизни, чем я думал. Он не знает, что это был я. Это продолжалось несколько ночей. Прокоси спал все меньше и меньше. За всю историю человечества никогда не было столь драматичной встречи с моржами. С тобой все в порядке, Прокоси? Прошлой ночью у вас дома что-то случилось? Пора признаться отцу, что я помогал ему. Не сказать ему почти то же самое, что солгать. Дорогая, это потрясающе! Уже в этом месяце я переписал на 32 лиры. Это вдвое больше, чем я заработал в прошлом. Ну, как я могу ему сказать сейчас, когда он так рад? Я просто подожду. Прокоси, спускайся сюда! Отец? Иди сюда, сейчас же! Что случилось, папа? Мне сказали, что твои оценки резко ухудшились. Но Прокоси всегда был прилежным учеником. Что ж, сегодня я встретился с учителем Пербони. Он сказал мне, что на уроках ты всегда засыпаешь. Что ты не можешь собраться. Весь день и всю ночь я работаю до изнеможения, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Но я думаю, что для тебя это ничего не значит. Да, это так, отец. На самом деле, причина моих плохих оценок в том, что... Оставить оправдания при себе, я не хочу их слышать. В последнее время он выглядел уставшим. Возможно, он заболел. Что ж, если это так, то так ему и надо. Он не выглядел плохо, когда получал хорошие оценки. Сейчас я даже не узнаю в тебе человека, ради которого я так много работал. Прости, отец! Сынок! Thank you.
Отец, прости меня. Нет, это ты должен меня простить. Я ошибался, думая, что единственный в этой семье, кто идет на большие жертвы, это я. Мой чудесный, милый мальчик. Спасибо, сынок. Мне пора ехать на вокзал. Ничего, если я пойду с вами? Mm-hmm.